погибает Игдык, а это возврат от Вудс и отличный шанс для того, чтобы выйти. Карты сбивает ему чистый скилл, додавливает, возвращает, можно поставить и оформить хотя бы флаг престижу, ну а там глитишь конвейер, оплот уже выдвинулся, но тут как тут Fair Legend его сбил. Яму и возвращает. Есть возврат и доставки нет. Нет доставки, есть возврат. Здорово, Райка не мешает попасть по своему флагоносу. У него это очень неплохо получается. И на центр, опять на центр. Ну и красивый прыжок. И заканчивается. Есть, Тредивай подхватывает на броне. Шансы сохраняются у Вудс. Они втроем уже едут мощным паровозом. И Тредивай ставит 1-1. Ой-ой-ой-ой-ой, офицер не успел просто-напросто подстроить свой корпус, и есть возврат от Дятлов, везут они по фабрике. Мы замешкались, нельзя так на открытых пространство Кориону находиться долго. Сквозная рельса. Отличная сквозная рельса. И увозят Дятлы к себе в город уже синий флаг. А вот у Дятлов сохраняются все шансы большими силами, они здесь загоняют в толчок в эту конюшню просто-напросто флагоносца. Должны давать рельсу хотя бы одну. Нет, промах от Райканина, да что же за фейлы. О, есть. Он зажал, 17 секунд. Промахивается Ранзер. Упор, неплохо. Ты-ка-ты. Убивать без труда. Ты-ка-ты. Есть возврат, есть доставка. Боже ты мой. Что сейчас? Нет, ну так...